Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Нига, Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1, Серега у нас аниматроник. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. У нас есть энергия, у нас есть кнопки. Прощай. У нас есть убийца, да. Ну что, Серега, давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Только не резко, а постепенно. Так, на улице, как всегда, гром. И если вам понравится, поддержите лайкосиком, подписывайтесь на канал. Ролики выходят ползет каждый день. Да, вон. Открываем. Кстати, смотрите, у нас есть энергия, но надо максимально долго продержаться. А где ты там блиндаешь? Вот он. Ловля на живца. Всегда любил дверь. Так, так, так. Пацаны, сейчас я тебя съем. Я в вас верю, вы сможете. Читер. Красава, красава, молодец, Серега. Чтоб не умничали сильно. А чё? Так, оружку возьмем. Ничего, ничего не знаю. Пацаны. Ой, не то нажал. Открывайте двери, быстрей. Идет. Ну, ну что ж вы. Да боже мой, ты всех убиваешь, честно. Серега, это не... Димас, аниматроник. Ты по сути ты патроны спаунишь, а не мины сами. Они не... Это вообще транспортные мины, они на меня не действуют. Да? Да я знал, господи. А зачем тогда? А я их удалить теперь не могу. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Может, их активировать надо? А, да, я их взял. Я их взял. Они так прикольно падают. Нормально, нормально, ребята. У нас что... есть мина получше, отойди-ка. Отойди, не, давай я докидаю, осталось две штуки, и потом ты. Ты не кинь меня сзади. Все, давай, погнал. Ну-ну-ну, быстрее, 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 быстрее. Зайди уже. Скрывай. Эх, Джейсон! Был, я видел, я... Серега, а что ты Джейсона взял? Ты позвал кента своего, на тебе. Ай. 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 А кто мины взрывает-то без меня? Это я. Давай, испорться. Опа, 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 музычка пошла стрёмно. Пускай тебя вам сожрёт лучше. Так, ночной режим можем активировать. Все видно вообще четко. Он тут. Нормально, нормально. Закрывай калитку. Прощай, Серега, ты был хорошим человеком. Твой меч, кстати, видно, ты нож наточил, у тебя тупые там лезвия. Пойди подточи, малёха, я тебя вижу. Я фонариком посвечу, ты ушел за угол. Так, пацаны, он ушло. Ага. Думаешь, я не знаю, что хочешь нас обмануть? Знаю Серегу, он очень хитрый мужик. Так, оружие. Half-Life 2. А сколько у Джейсона, он... Серега, жизни? Чумной. Что? Ой-ой-ой. Спасибо. Ты пользуйтесь. На. Серега, ты тут рядом, что ли? Нет. На. Вы сами себя подрываете. Закрываем двери. Может, от взрыва поможет. Сегодня у нас охранники, новички, не знают, как мины использовать. Дотики. Сами, если, знаешь, если бы тебя валили, валят друг друга. Двери открой. Мне кажется, вас надо по раздельности держать. Ты должен, если мы дверь откроем, ты должен знать секретный пароль охранников. Ой, Димас, а ладно, что это пароль такое? Это пароль. Нет, неправильный пароль. Иди, Димас, его, Серега, мочи. Ой, чё это? Это смерч, пацаны. Будьте осторожны. Там все горит. Офигеть, он на меня идет. Отвали. Серега, спасайся. Ой-ой-ой. Там все горит. Ты что устроил? Он на меня идет. Офигеть. Прикольно. Серега, что там получается? Да. Идет, идет, пацаны, смерть сюда. А он что-то жизнь у меня не потратил. Так, я смотрю, он идет. Серега, он тебе вообще жизнь не тратит, смерч? Нет. Ладно, смерч кончился. Толку от него никакого. Пацаны, давайте какие-то оружки возьмем резко и втроем начнем лупашить его. Так, знаете, что я сейчас возьму себе? У меня есть оружие. Погнали, открываем двери. Слышь ты? Ладно, не получилось в этот раз. Пацаны, давайте, я вас верю. Подходим его.
Слышь ты? Да блин, он на расстоянии мочит. Закрывай двери. Так, кто-то нажал кнопку. Так, Серега, у меня есть для тебя подарок. У нас, ребята, есть мод на салюты. Если вы хотите в следующей серии, чтобы мы записали обзор мод на салюты, ставьте плюсик или пишите в комментариях, мы хотим. Смотри, что творится. Ма, смотри, что у меня есть. Не-не-не, не надо, не надо. Стреляем пока, мисс. Серега, пойдет? Салютами, да. Они ж не дамажат, да, вроде бы? Ой, видишь, нет, ой. Меня убил Нига. Так, есть у нас еще один салют, он более поярче будет стрелять сейчас. Прям туда направляем. Пацаны, будьте осторожны. Во, пошла, пошла, пошла жара. Сейчас еще будет, сейчас, 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 прогорает фитилек там. Погнала. Ну, о, погнул, во-во-во-во-во. Весело живем. У нас Новый год, как всегда. Не? Не сработало? О-о-о, сейчас будет жестко. О, подожди, а это что будет у нас сейчас? А ну, если я поставлю вот эту зеленую. Чем на это, иди-ка. Ого, нифига себе, оно светится. У меня пожёстче пушка. На! Серега, ну ты как то сделал так? Отошел. Отошел, да. Вы все в ряд стояли, блин, вас легче легкого убить. Вот так, значит, ты с нами, да, разговариваешь? Серега, а если я возьму админский пистолет? Бери. Брат, да? Я взял. Ой-ой-ой. Все? Все сделал? Да, я тебя жестко убил. Сейчас, подожди, Дим. Я ж не спешу никуда. Ай, енот. Набросался. Да, вот, бад. Серега, вот так ты такой хитрый жук. Смотри, сейчас может быть массовая смерть. Да. Ах, да как? Откуда ты взял? Массовая смерть, да, да. Так. Ай. Пацаны, Новый год. Новый год. Так, сейчас мы тут подожгем еще пет. Ай-яй-яй. Нормальный Новый год. Погнала. Нет, у нас. Эх, обжора ты вонючий. Я вас троих завалил. Ну убейте его, красава. О. Вот это мне понравилось, то, что ты его замочил. Так, что у нас тут еще есть? Сука, эй, жлоб, хватит. Замочил. Я даже не успел взять, вы уже начали стрелять. Молодцы. Да. Ух, енот. Так. Нифига себе мы тут устроили на карте. Серега! Не успел закрыть. Короче, берем, пацаны, атомку, лупашим его. А как он, мы взорвем ее, если он не дает? Вот. Ой, а что тут творится? Ох ты. Серега, ты мертвый? А ты его. Нет, я живой. Ты еще живой. Да аниматроникам не. Аниматроникам ни почем ваши яди. У него, наверное, жизни, да, много очень? 10 тысяч. А сколько потратилось? 500. Вот так, значит, ты с нами разговаривать собрался, ничего, да? Ничего, нас подрываем? Нет-нет-нет, я хочу взорвать другую бомбу. Серега, ну что? Готов. Ты должен умереть. По-любому. Давай. Любой ценой. Давай. Давай-давай, взрывай, что ты там? А, это перделка. А, да, я умер. Перделка. Нормально, да, перделка пойдет? И я, друзья, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!